I'm a bit scared now. This is all clean now. Я чуть-чуть перепуган, потому что тут так чисто. I can maybe slip a little bit, you know. Я могу поскользнуться. It's like, that's so good. But my name is Nick Vujicic. Мое имя Ник Вуйчич. And I have no arms, no legs, as you see. И у меня нету рук или ног, как вы видите. I promise that I'm not hiding my hands in my shirt. Я вам говорю, что я не прячу свои руки и ноги в моей майке. And I have no legs, you see. Я не имею ног, видите. Some people think I have my legs inside the table. Некоторые люди думают, что мои ноги, наверное, внутри стола. I love tricking people, you know. Я люблю с людьми, как бы людей прикалываться с них. You know what I want to do one day? Знаете, что я хочу сделать один день? I want to go to a beach. Я хочу прийти на пляж. And get ketchup all over my body. И помазать себя кетчупом. And run out of the waves to the beach. И выбежать из волн на пляж. And say shark, shark, shark. И кричать акула, акула, акула. Get the beach all to myself. И тогда мне останется весь пляж для меня. I have many funny stories. У меня много интересных смешных историй. You know what was funny one day? Знаете, что было очень смешно один день? I was in my wheelchair. Я был в моей коляске. And just waiting. И жду. For my friends, we're at a hotel. Жду моих друзей. Мы были в отеле. И все дети смотрят и говорят, что это такое? Я стою прямо. And they're coming up slowly. И они потихоньку, когда мне ко мне подходят. And they can't see my eyes if I'm looking at them or not, because the sunglasses. И они не могут видеть мои глаз, если я на них смотрю или нет, потому что затемненные очки. They didn't know if I was real or not. Они не знали, я настоящий или нет. Yeah, like a mannequin, you know. Думали, что я манекен. Good looking one. Очень красивый. Anyway, so these kids, so эти дети, they were slowly coming up. Они потихоньку подходят. And I'm trying not to smile. Я стараюсь не улыбаться. And they come up and one's just about to touch my foot. И один почти не трогает мою ногу. And they go, boom! И я бум. Then they ran. И они бежали. It was awesome. Было прекрасно. I'm not that mean normally. Я не такой злой, это нормально. I'll tell you one more joke. Еще расскажу вам одну историю. I don't know if this is going to really make sense in Russian. Я не знаю, ли это вообще будет понятно по-русски. So forgive me. I do. But at least you know that I'm not going to go to Walmart. Вы, наверное, знаете, вы знаете, что я не пойду в Walmart. And pay an arm and a leg for something. И не буду платить ногу и руку за что-то. In case you're wondering what happened to me, for those who don't know, I was born this way. Did I mention that? Если вы не знаете, может, думаете, что случилось с этим человеком, я, может, еще не говорил, что я родился такой. And there is no medical reason why this has happened. И нету никакой медицинской причины, почему это так случилось. And there were many issues that I had to deal with. И много было проблем, с которыми я должен был как бы согласиться или переживать. Вопросы, которые я имел к Богу. Но сегодня вечером я хотел бы прочитать о том, что Бог сделал для меня и о том, кем я являюсь во Христе, о моей личности. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Если вы поставите вашу радость временные вещи, ваша радость будет временная. There's something missing in you and you're constantly seeking happiness. Что-то отсутствует у вас, и вы постоянно стараетесь найти радости. You just know that there's something there that needs to be in your heart, but you don't know where it is. Вы знаете, что что-то отсутствует в вашем сердце, но вы не знаете точно, что это есть. Look back on your life. What did you really want 2 years ago? Посмотрите назад в вашу жизнь. Что вы хотели 2 года назад? Do you still even use it? Вы еще пользуетесь этим? See, we are always Посмотрите. Trying to satisfy and fill a hole in our heart. We always want more, 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 more. Мы всегда пытаемся заполнить эту дыру в нашем сердце. Мы всегда хотим больше, больше, больше. You see, the hope that we can rely on is in the hope in Jesus Christ. И только одну надежду, которую мы можем иметь, это надежда в Иисусе Христе. Not only can you rely on Him. Не только вы можете надеяться на Него. But He is the cure to that emptiness inside of you that you cannot explain.
Но он является исцелением той пустоте, которая находится внутри тебя, которую ты не можешь объяснить. Потому что все остальное, чем я стараюсь пополнять свою жизнь, оно уйдет. Is what I've learned. Это что я научился. That I have a choice. Что я имею выбор. And I made the choice. И я сделал выбор. To believe in the word of God. Верить в слово Божье. And I found the answer to that emptiness. И я нашел ответ к этой пустоте. The emptiness inside of all of us. Эта пустота, которая находится в каждом из нас. If you don't Иисус исцеляет. Jesus sets people free. Иисус освобождает. Jesus set me free from my depression. Иисус освободил меня от моей депрессии. I felt like I was not good enough. Я чувствовал, что я никогда не буду совершенным или хорошим. You think that you're not good enough? Вы думаете, что вы никогда не станете достаточно хорошими? Because maybe how your ear sits or how your hair sits or because of a freckle on your nose? Может потому, что у вас веснушки на носе или из-за ваших ушей или как ваши волосы улаживаются? How do you think I felt? Вы думаете, как я себя чувствовал? Hey, Lord, pick me up. Я говорю, Господь, подними меня. Give me strength to continue to walk with you. Господь, дай мне силу продолжать идти с тобой. Change my heart. Измени мое сердце. Every sin that you confess with your mouth is forgiven by God. Каждый грех, который вы провозгласили и исповедовали, он прощен Богом. Well, God loved you. Бог любит тебя. While you're sinners. Даже когда вы являетесь грешниками, He loves you no matter what. Он любит вас, несмотря на ничто. You can become a new creation in God. Вы можете стать новым творением в Боге. Because I'm sorry, the Bible says this. Потому что я извиняюсь, но Библия говорит это. That those who call upon the name of the Lord shall be saved. Что те, которые призовут имя Господне, спасутся. When I see God, how do I forgive? Как я могу простить? Well, do I deserve forgiveness? Думаете, я достоин прощения? I only got forgiveness because God loved me so much that He sent His Son. Я только получил прощение, потому что Бог так сильно любил меня и послал своего Сына. I didn't deserve God's love. Я не был достоин Божьей любви. I don't. Я не достоин. But I received it. Но я получил ее. Because He gave it. Потому что Он ее дал. And as we are forgiven. И так как мы прощены. We forgive. Мы также прощаем. I want to tell you. I've asked Jesus Christ to come into my heart. Только если я попросил Иисуса Христа прийти в мою жизнь, were washed away. Тогда все мои грехи они омыты. Are your sins washed away? Ваши грехи омыты? Are you still trying to find this peace inside of you? Или вы еще стараетесь найти мир внутри себя? It's not in drugs. Это не наркотика. It's not in how many friends you have. Это не в сколько друзей у вас есть. It's not what clothes you wear. Это не в какой одежде вы надеваете. It's not what music you listen to. Это несмотря на какую музыку вы слушаете. Who are you? Это кто вы являетесь? I am a forgiven child of God. Я являюсь прощенным детем Божьим. And I have salvation. И я имею спасение. I want to tell you something. Be assured. Но будьте уверены, that there have been people who have hurt me, что были люди, которые причиняли мне боль, deep очень глубоко. But I'm healed. Но я исцелен day by day, день за днем, as I walk with him, когда я иду вместе с ним, as I talk with him, когда я говорю с ним, over time, через время. His grace is sufficient, его благодать она достаточна для меня. Trust in him. Доверять ему. Grace is always abounding more than sin. Благодать всегда преуспевает над грехом. And with that love, и с этой любовью, you can get rid of your bitterness and anger. Ты можешь убрать всякую свою горесть и злость. Has someone forgive those who hurt you? Прощайте те, которые причиняют вам боль. Bless them. Благословляйте их. That joy, эта радость, is more. Есть намного более, намного более, чем вся эта боль, которая мне была причинена в моей жизни. Я хочу закончить некоторыми стихами. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня и в ризы спасения, одеждою праведности одел меня, как на жениха возложил венец и как на невесту украсил убранство». Потому что вы можете быть наполнены Иисусом. This smile, эта улыбка, is real.
Это она настоящая. It's real. Она настоящая. My joy is real. Моя радость, она настоящая. My victory and strength is real. Моя победа и сила, она настоящая. And the love for the Lord is real. И моя любовь для Господа настоящая.